Вітаю вас. Наш ефір продовжує програма «Зелена планета». І вже традиційно в нашій студії Марина Сущенко, директор мережі «Фітоаптек Світ здоров'я». Доброго дня. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий Марина. День. Ну, сьогодні ми таку тему обрали – рослинні олії. Ну, давайте поговоримо про її користь для організму людини. Да, очень тема, наверное, актуальная и касается каждого из нас, потому что мы знаем всегда и помним о том, что кроме белков, углеводов нужны жиры, и нужны как раз жиры правильные. То есть мы говорим о том, что сейчас наше питание в основном склонно к тому, что мы уходим в сторону как раз животных жиров, и все доктора, начиная от гастроэнтерологов, наверное, заканчивая кардиологами, говорят, что нужно снижать потребление именно животных жиров и снижать потребление различных неестественных, ненатуральных различных трансжиров наподобие маргарина и других вот таких вот веществ. А максимальное количество, у нас максимальная нехватка идет как раз именно по жирам, по растительным, по полезным, по природным жирам, которые идут непосредственно растительного свойства, и плюс они вырабатываются из определенных масленичных в основном растений. То есть там, где максимальное количество будет именно вот этого маслянистого вещества. То есть это и кунжут, это лен, это различные и орехи различные, это и грецкие орехи, тыквенные семечки, и наше любимое, у каждого в семье есть и подсолнечное масло. И как раз о пользе вот этих масел как раз и хотелось бы поговорить и остановиться на них. Ну, давайте мы сейчас поговорим о том, чем же чревато употребление животных жиров, к чему это приводит, почему от них надо, ну, если не отказываться, то уменьшать. Отказываться от них не нужно абсолютно, особенно если мы говорим о жирах, которые идут животные, но при этом они натурального происхождения, то есть это различное сливочное масло, если мы говорим о качественных жирах, это наше многими любимое сало. Здесь важно учитывать и соблюдать именно вот пропорцию, сколько этих жиров нам нужно в каждодневном рационе и не переусердствовать. Здесь вредны те жиры, которые, разлагаясь, тем самым образуют различные такие канцерогенные соединения, так называемые трансжиры, которые включены сейчас в очень многие продукты питания, особенно это касается различных хлебобулочных изделий, различных печенюшек, тортиков и всего самого вкусного, но люди, которые настраиваются на здоровый образ жизни и понимающие вред и последствия, и как раз употребление вот этих жиров максимально отказываются. И даже если мы что-то печем, особенно, конечно, замечательно это делать все в домашних условиях, когда мы видим, какое масло мы положили, если выбирать, опять-таки, или в какое-то печенье класть или маргарин, или масло, конечно же, лучше остановиться на натуральном сливочном масле, а не употреблять как раз вот различные такие продукты, скажем так, химической промышленности. То есть мы должны максимально употреблять именно те жиры, те масла, которые максимально растительные, максимально природные, и к ним, получается, относятся или животные, или растительные. Вопрос просто в том, что мы в основном склонны к употреблению как раз жира. Ну, наверное, у всех холодильники есть сливочное масло. Практически, ну, оно, да. Практически оно не выбывает. Или даже небольшой какой-то кусочек сальца практически у всех есть. Здесь важно знать, что эти продукты нужны, потому что есть, например, особенно люди с повышенным уровнем холестерина, да, им говорят, не то что ограничьте животные жиры, а вообще вот уберите, чтобы их не было. Это абсолютно неверно, это абсолютно неправильно. Они должны быть, но в определенного, во-первых, качества, во-вторых, должны быть в определенном грамме, определенными пропорциями. То есть мы говорим, если о животных жирах, то есть где-то там до 10 грамм общей суточной дозировки нужно употреблять, то есть это или возможно на бутерброд, или какие-то в каши, в какие-то блюда, в которые мы уже непосредственно их кладем. Вопрос в том, что если мы коснемся потребления, у нас получается среднее потребление на человека даже доходит там до 30-40 грамм.
Поэтому, конечно же, очень много, да, получается? Конечно же, мы перебираем большое количество. А по количеству как раз растительных жиров, растительного производства, в основном на что у нас сконцентрировано? Или на подсолнечное масло, то есть, или сейчас высокую такую актуальность набрало именно оливковое масло, которое для нас, да, оно хорошее масло, особенно если мы на нем употребляем непосредственно первого холодного отжима, или если мы как раз мы на нем готовим какие-то блюда, особенно которые проходят термическую обработку, можно и нужно употреблять. Если мы говорим о других маслах, мы знаем, что они есть, мы знаем, что они полезны, сейчас как-то об этом много говорится, но, к сожалению, мы забываем их употреблять. Хотя дозировка употребления растительного масла суточно, это где-то около 15 мл. То есть это где-то столовая ложка в сутки. Угу. То есть как мы их можем употреблять, уже смотреть нужно нам. Или мы их употребляем в чистом виде, или мы их употребляем в пищу, как заправку к салатам. Просто не нужно себя ограничивать только лишь подсолнечным маслом, не нужно ограничивать себя только лишь льняным маслом. И тем более масла, которые выращены в нашем регионе, которые максимально нам подходят, нужно как раз на них обращать внимание. То есть это и грецкий орех, и тыква, и различные такие другие масла, особенно те, которые идут, вот косточковые, которые идут непосредственно максимальные по своим свойствам, максимальное количество в них содержится различных витаминов, особенно витамина Е, то есть витамина косточковые молодости. Это о чем? Те, которые идут, виноградная косточка, ага, персиковая косточка, то есть различные вот такие масла. Поэтому на них также следует обращать внимание. И здесь важно, одно из таких правил, не зацикливаться на каком-то одном. Их нужно обязательно чередовать, их нужно менять, или даже может делать какие-то определенные такие миксы, то есть смешивать несколько масел одновременно, или утром одно, вечером другое. Просто на некоторые хотелось бы более подробно остановиться. И плюс ко всему, кроме того, чтобы разобрать некоторые из этих вариантов, хотелось бы не только рассмотреть, мы в основном, если растительные масла, мы для употребления в пищу. Но плюс мы должны знать, что это такая замечательная домашняя аптечка, которая практически есть у нас под рукой, то есть мы его используем, растительные масла, которые для внутреннего приема. Мы их также можем использовать абсолютно свободно в косметических целях, потому что они как раз все отлично обладают такими и питательными, и увлажняющими свойствами для кожи. И плюс, если мы используем еще какие-то компоненты или эфирные масла, они отлично как раз доносят все сборы, которые мы используем. Плюс ко всему, еще есть различные варианты, как их можно употреблять, поэтому как раз на них бы хотелось остановиться. Первое масло, которое мы сегодня рассмотрим, это масло кедрового ореха или кедровое масло. И очень интересное, очень вкусное по своим таким кулинарным свойствам масло. Но плюс ко всему обладает различными такими свойствами, те, на что, для кого обратить внимание как раз на это масло, кому нужно. Прежде всего, прямо сердечко нарисовано, здоровое сердце. Да, прежде всего, здесь нужно обратить внимание тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями различными, то есть это и повышенный уровень будет холестерина, это будет различные заболевания, как раз связанные вот с сердцем, сосудами. Плюс кедровое актуально, наверное, в такой осенне-зимний период. Замечательно как раз его сейчас использовать при различных бронхолегочных проблемах для того, чтобы восстановить вот этот естественный дренаж и высвобождение мокроты из легких, из бронхов. Плюс ко всему, его можно также закапывать при проблемах насморка, можно его закапывать в чистом виде, немного подогревая несколько капель в нос. Особенно это хорошо закапывать детям, потому что, ну, к сожалению, некоторые капли пережигают, скажем так, слизистую, и она сушит, и некомфортно. И как раз для этого
отлично закапывать как раз кедровое масло. Оно является натуральным таким антисептиком, является натуральными, обладает как раз такими антибактериальными свойствами, поэтому его можно закапывать. Единственное, что нужно в идеале немного его подогреть или хотя бы вот пипетку в руках подержать. То есть не нужно его до какой-то температуры, ну, к приятной температуре, там, до 40 градусов подогреть. Также в теплом виде около 40 градусов можно его также закапывать в уши, при отите, при различных проблемах именно лор, и плюс ко всему именно обладает именно и противовоспалительным таким свойством, и даже вот по свойствам, как в народной медицине, для восстановления слуха используется. Это кедровое масло, и плюс ко всему он такое обладает очень нежным, замечательным свойством. И плюс ко всему, здесь мы можем сказать, что используется и для восстановления работы желудочно-кишечного тракта, особенно если есть какие-то такие воспалительные процессы происходят. Практически, да, практически все масла по своему составу, по своим свойствам, они идентичны, ну, просто каких-то вот компонентов больше или каких-то витаминов или каких-то элементов больше в том или в другом масле. Если мы говорим по употреблению, то есть мы говорим о маслах, то есть это получается столовая ложка в среднем в сутки. Как мы его пьем? Если мы его пьем, например, в каком-то комплексном лечении бронхолегочных проблем, включая, кстати, и при туберкулезе также отлично его употреблять. Здесь мы его пьем до еды, масла не запиваются. И плюс ко всему, если вот, да, так как если немного дискомфортно, можно что сделать, чтобы убрать этот дискомфорт? Можно это масло смешать один к одному с медом, тогда будет вкуснее, и в принципе такой тоже витаминно-минеральная такая бомба получится определенная, полезная по свойствам, по всему. И также его нужно употреблять всегда где-то за полчаса до еды. То есть после еды или во время еды, если мы это уже воспринимаем как элемент питания, мы можем заправлять салаты или добавлять какие-то каши. Я только хотела спросить, можно ли использовать, например, его для салата, потому что тут написано на нем уникальное деликатесное масло. Они очень обладают таким тонким, очень вкусным свойством, потому что кедровые орехи очень многие любят и используют. Единственное, что такая немного, может, кусучая цена, поэтому его именно больше используют именно в таких лечебно-профилактических свойствах. Следующее масло, это масло кунжутное или сезам, или кунжут, масло, которое используется максимальное количество лет, то есть начиная в ассирийских трактатах, даже написано, что боги перед тем, как создать землю, пили вино из кунжута. Ничего себе. То есть даже обладает такими абсолютно легендарными свойствами, то есть хорошо выпили вот этого кунжутного, именно не масла, а вина, и как раз у них вот появилось такое желание создать землю и поделиться как раз с нами своими вот такими определенными дарами. Также на кунжутное масло большое количество различных вот древних рецептов, практически во многих из них есть кунжутное масло. Если мы говорим по свойствам, по вкусу, во-первых, сам кунжут, у него до 60% вот этой маслянистой фракции, поэтому оно очень такое, ну, благодарное, скажем, масло, получается большое количество его в выходе. Кунжутное, также великое свойство различных витаминов, микроэлементов, и плюс еще ко всему в маслах, во всех маслах форма вот этих витаминов, микроэлементов, она очень биодоступная, то есть она усваивается намного лучше, чем она бы усвоилась, если мы выпили бы просто какую-то таблетированную или капсулированную форму, которую уже сделали непосредственно человеческие руки. Плюс ко всему, само сочетание вот этих витаминов, микроэлементов усиливает действие друг друга. Поэтому обращать на это также нужно. Кунжутное любят, кроме внутреннего приема, также использовать в косметических свойствах. Это одно из таких любимых косметических. Здесь важно помнить, масла, которые написано, что это косметическое масло, даже если будет написано масло кунжута, косметическое, оно используется только лишь наружно или, возможно, использовать его для слизистых.
но не пьется вовнутрь. Угу. Если мы говорим о масле, о том, которое пьется для внутреннего приема, его можно использовать и для наружного использования. И в косметологии. Да. Для, практически кунжутное подходит практически для любого типа кожи. Единственное, опять-таки, если мы делаем какие-то маски, какие-то сборы для волос или какие-то вот такие какие-то компрессы, здесь мы должны помнить о том, что лучше всего его использовать, опять-таки, немного подогретое, но не перегретое ни в коем случае. То теряются это, свойства. Да, теряются свойства, во-первых. Во-вторых, масла, свойства масел, то, что масла могут прогоркать. Поэтому у всех определенная степень идет прогоркости, но как раз вот о следующем, особенно масле льняном, мы знаем, что его ни в коем случае нельзя на нем жарить, оно очень сильно окисляется, поэтому как раз ни в коем случае не нужно обращать его, употреблять в какие-то такие блюда, или которые очень горячие, или, то есть, ну, в основном для заправки салатов или для приема вовнутрь. Если еще коснуться немного кунжутного масла, кунжутное масло и кунжут сам лидер по содержанию кальция. То есть максимальное количество кальция, притом этот кальций в очень хорошей, в доступной форме, поэтому его используют, кроме как для приема вовнутрь, особенно для женщин, мы знаем, что особенно после 40, после 45, особенно когда начинаются вот эти все климактерические изменения, количество кальция в женском организме снижается просто в очень сильной прогрессии, поэтому кунжутное масло обязательно должно быть в рационе питания, особенно у женщин. Это такое одно из масел, к которому нужно периодически возвращаться. Также в восточной медицине и в кулинарии очень так серьезно представлен кунжут, да, и кунжутное масло. Различные его варианты. Вариации, да. Угу. Плюс ко всему, как раз кунжутным маслом можно делать при различных воспалительных проблемах, можно делать различные компрессы, то есть если болят определенные суставы, то есть мы немного его подогреваем, возможно, добавляем какие-то эфирные масла или какие-то компоненты, какие мы хотим донести, или определенные настойки, и как раз вот делаем определенные такие компрессы, то есть пропитали какую-то, ну, определенную там часть материала, закутали хорошо, укутали сверху пищевую желательно пленку, сверху что-то теплое, в несколько слоев укутали. И как раз вот кунжутное масло отлично при различных суставных проблемах снимает хорошо именно этот воспалительный процесс. И обращать внимание нужно как раз и не только для приема вовнутрь, не только в косметических свойствах, но как раз вот и использовать его как определенный разогревающий, такой согревающий, ну, возможно, крем, если, особенно если нет возможности куда-то выйти купить, есть под рукой масло, можно всегда, мы должны помнить, что всегда мы должны и можем использовать эти масла. Масло льняное. Масло по вкусу, конечно же, наверное, на нем не написано, что отличается каким-то гастрономическим вкусом. Масло иногда на любителя, но к нему отлично всегда привыкаешь. Чудово корисно олие. Да. К нему очень замечательно и хорошо привыкаешь, особенно когда читаешь и знаешь о количестве полезных веществ, особенно льняное масло, лидер по содержанию омега-3, то есть потому что нам нужны полинасыщенные жирные кислоты, мы знаем об этом, говорится очень много, и в льняном масле, как раз, если мы говорим как раз о холодном отжиме, как раз омега-3, то есть максимально полезных вот этих кислот до 60%. То есть не в одном Чему масле... они помогают? Не в одном масле не содержится такого количества. Они нужны в нашем организме для практически... Ну, нет ни одной системы или органа, в которые бы не заключены были бы в этом процессе. То есть для нормальной выработки... для работы печени, для нормальной работы для кровообразования. Плюс ко всему, например, льняное масло содержит определенное количество таких фитоэстрогенов, то есть веществ, которые нужны для работы женской репродуктивной функции. Плюс ко всему, льняное масло обладает отличными такими обволакивающими противовоспалительными свойствами, поэтому при проблемах с желудочно-кишечным трактом, то есть различные
и гастриты, и гастродуоденит, то есть оно отлично обволакивает слизистую, очень быстро восстанавливает как раз вот эти, снимает воспалительные процессы и болевые ощущения. Если мы говорим о каких-то проблемах, связанных с кишечником, да, это и хронические различные запоры, колиты, также обладает таким мягким слабительным свойством, поэтому столовую ложку вечером можно также вот или с медиком добавить, выпить как раз для того, чтобы с утра встать и освободить свой кишечник максимальным доступным образом и при этом максимально полезным, скажем так, образом. Также его включают всегда в программы при восстановлении веса, то есть очень такой был определенный, не знаю, такой бич, то есть все, если надо обязательно нормализовать вес, в принципе, довольно-таки грамотные и правильные рекомендации. Утром чайную ложечку или две чайных ложечки натощак льняного масла. Далее у нас идет как раз аллея, которая непосредственно нашего региона. Это масло грецкого ореха. Очень нежное, очень такое оригинальное по вкусу, по своим вот таким вот кулинарным свойствам. Масло отлично подходит для детей, плюс мы помним всегда, что сам грецкий орех по своему виду всегда напоминает нам наш головной мозг, поэтому максимально его как раз употребление и рекомендации для тех, у кого повышенные такие умственные и психические, и нервные нагрузки, для улучшения мозгового кровообращения детям, для улучшения процесса запоминания. Плюс отлично масло грецкого ореха еще отлично себя зарекомендовало, если мы говорим о косметических свойствах, при различных проблемах с кожей, особенно связанных, это различные ожоги или различные вот такие поражения. То есть отлично антисептик, при этом обладает ранозаживляющим и восстанавливающим кожные покровы. Здесь, если мы говорим, например, о ожогах, о каких-то проблемах, здесь важен и прием, и вовнутрь, и плюс накладывать какие-то определенные аппликации, уже непосредственно уже это у каждого индивидуально, можно обратить на это внимание. Следующее масло – это масло виноградных косточек, масло также нашего региона, мы знаем, что у нас достаточно много винограда произрастает. Виноградные косточки – лидер по содержанию всех витаминов, всех микроэлементов в абсолютно доступной форме, плюс обладает такими онкопротекторными свойствами, масло молодости, такого максимальной пользы, максимальной полезности. Но именно если мы хотим, чтобы это было что-то у нас такое максимально полезное витаминно-минеральное, но при этом, чтобы именно в масляной форме, тогда как раз следует обратить на масло виноградных косточек. И следующее масло интересное, масло зародышей пшеницы. Это лидер как раз по содержанию в своем составе витамина Е. Поэтому, если нужно, если мы видим, особенно вот такой осенне-зимний период, очень у нас сухая, проблемная кожа. Да, это как раз вот следует обратить внимание как раз на масло виноградных косточек. Плюс ко всему подходит как для мужчин, так и для женщин. Особенно если это касается функции деторождения. То есть если максимально есть какие-то проблемы, как раз обратить внимание как источник натурального витамина Е, как витамина натурального источника молодости, как раз следует обратить именно на масло зародышей пшеницы. Плюс ко всему, в отличие от других масел, оно максимально не прогоркает, поэтому если вы боитесь, например, что льняное у вас, вы, возможно, какую-то большую емкость купили для того, чтобы оно максимально у вас простояло, его масла лучше всего хранить все-таки в темной таре, в темной упаковочке, и хранить ни в коем случае не возле плиты, не возле источников каких-то тепла, в прохладном месте, то есть холодильник, в принципе, подходит. Это самое оптимальное место.
особенно если мы говорим о льняном масле, для того, чтобы, ну, может, мы уехали, мы не будем с собой эту банку тащить. И как раз в таких случаях, для того, чтобы масла не портились, не прогоркали, как раз можно добавить где-то около 10% к вашим маслам, как раз масло зародышей пшеницы, и тогда мы увеличим срок годности и улучшим свойства любого масла. То есть купаж такой можно делать тоже? Да, абсолютно. И в принципе из них можно делать какой-то купаж, и в том числе и при приготовлении. Да, и можно также настаивать различные определенные травы, даже если взять масло, добавить несколько веточек, может, или розмарина, или чабреца, или даже то, что есть у каждой хозяйки, то есть лаврового листа, несколько видов перца, даже чесночка, и настоять, сделать себе еще определенную такую вот, такой, насытить максимально аромат, то есть это как раз очень будет полезно, и плюс ко всему, даже если особенно на праздничный стол настоять его, его желательно настаивать где-то около недели. Мы использовать его можем потом, даже если красивую какую-то емкость перелить, то есть для того, чтобы украсить стол. Ну що ж, будемо ставити крапку в нашій бесіді про олію. Побажаємо здоров'я нашим глядачам, а вам дякую за те, що завітали до студії. Будьте здорові.